Черные дыры – призраки нашей Вселенной. Это центры мощнейшей гравитации, пожирающие все на своем пути. Что мы увидим, если приблизимся к ним? Пройдем точку невозврата и попадем в область искривления пространства и времени. Какие секреты Вселенной мы откроем, отправившись к центру гигантской черной дыры? Гигантская черная дыра. Представьте, что вы отправились в самый центр нашей галактики, находящийся в 26 тысячах световых лет от Земли, и нашли идеальное место для наблюдения. Вы увидите миллионы звезд и на горизонте странную темную сферу. Это черная дыра. Она настолько плотная, что даже свет не может противостоять ее притяжению. Этот монстр в 10 раз больше нашего Солнца. И при этом в миллион раз тяжелее. И он такой не один. Почти в каждой крупной галактике астрономы обнаружили признаки присутствия черных дыр по массе в миллионы и миллиарды раз превосходящие Солнце. Как они образовались и почему стали такими огромными? В поисках ответа нам приходится изучать силы, сотворившие звезды, планеты и саму жизнь. Исследуя жизненный цикл черных дыр, ученые начинают понимать, какая судьба ждет нашу галактику и Вселенную в целом. Но как можно изучать то, что так сложно обнаружить? Иногда Вселенная дает нам возможность увидеть ее самые загадочные творения. 19 марта 2008 года астрономы по всему миру получают сообщение от орбитальной обсерватории SWIFT. Она зафиксировала вспышку гамма-излучения. Это вид электромагнитного излучения, являющийся признаком катастрофического события. SWIFT автоматически отправил данные на Землю. И через считанные секунды телескопы Северной и Южной Америки обратили свой взор на появившийся свет. Астрономы изучают данные, выясняя, насколько яркой была вспышка. Тем временем в гигантских обсерваториях в Чили и Техасе тоже наблюдают за ней, используя специальное оборудование, чтобы разделить свет на волны разной длины. Так они определят, как долго свет шел до Земли. Они выяснили, что его источник находится в 7,5 миллиардах световых лет от нас, на полпути через видимую часть Вселенной. Том Вестранд возглавляет работу над роботизированным телескопом в Национальной лаборатории Лос-Аламос в Нью-Мексико. Он уже 10 лет отслеживает вспышки гамма-излучения высокой энергии и никогда не видел ничего подобного. Посмотрим, что у нас есть. Это была самая яркая вспышка из всех, виденных человеком. В астрономии все происходит очень медленно. Этот свет летел к нам 7,5 миллиардов лет и ярко светил целых 30 секунд. Потрясающая яркость даже спустя несколько минут. Все еще заметно.
Вспышка была настолько яркой, что ее было видно невооруженным глазом. Собрав воедино данные с наземных и космических телескопов, астрономы определили, что это был узкий, но яркий луч света, скорее всего, ознаменовавший рождение черной дыры. Этот момент поставил точку в цепи событий, происходивших в ядре крупной звезды, масса которой в 10 раз превосходила массу нашего Солнца. Все звезды светятся, сжигая легкие элементы, например, водород. В самых крупных под действием очень высоких температур эти элементы превращаются в более тяжелые – углерод, кремний и, наконец, железо. Подобно горячему воздуху в шаре, тепло и свет от этих ядерных реакций создают направленное вовне давление, препятствующее гравитационному коллапсу звезды. В итоге топливо заканчивается. Энергия уходит через звезду в космос. Так не может продолжаться вечно. Звезда начинает сжиматься. И когда вес железного ядра достигает 1,4 массы Солнца, она уже не может противостоять давлению, и происходит гравитационный коллапс. В некоторых случаях, когда вещество устремляется к ядру звезды, столкновение порождает мощную ударную волну, которая буквально разрывает звезду на части. По всей нашей галактике разбросаны остатки суперновых звезд. Это видно на снимках, сделанных телескопом Хаббл. Но что происходит с ядрами этих мертвых звезд? Когда крупная звезда взрывается, ее веса достаточно, чтобы расщепить все атомы, находящиеся в ее центре, до ядер. В результате появляется сгусток ультраплотной материи – нейтронная звезда. Чтобы представить себе плотность нейтронной звезды, возьмите гору и сожмите до размеров камешка. Вот такого. Нейтроны способны выдерживать огромное давление. Но если оно достигает критической отметки, они могут превратиться в ничто. Когда это происходит, рождается черная дыра. Черная дыра — это триумф гравитации. Ее масса сосредоточена в одной точке, окруженной черной сферой, которую называют горизонтом событий. Эта сфера — точка невозврата. Любой газ, звезда или планета, попавшая в него, исчезает навсегда. Черная дыра — это область пространства-времени, черная и пустая. Она черная, потому что даже свет не может из нее вырваться. Гравитация затягивает его. И пустая, потому что объект или система, благодаря которым она появилась, съежились до точки. Сама идея о том, что черная дыра состоит из очень плотного вещества, неправильна, она неверна. Возможно, она появилась из очень плотного вещества, но его уже нет. Оно было уничтожено. Его не существует. И все же оно оставило серьезное наследство — гравитацию. Согласно Альберту Эйнштейну, гравитация — это не только сила притяжения планеты Солнца. Это искривление пространства и времени, которое ученые называют «пространство-время» под влиянием массивных объектов. Например, планета выходит на орбиту, когда попадает в искривленное пространство, окружающее звезду, подобно шарику в колесе рулетки. Когда масса звезды концентрируется в точке, черная дыра становится проколом в пространстве времени. Когда рождается черная дыра, энергия материи трансформируется в энергию искривленного пространства времени. Энергия переходит из одного вида в другой, но не исчезает.
Мы имеем искривленное пространство-время с заключенным в нем колоссальным количеством энергии. С помощью этой энергии черная дыра может действовать на окружающие ее объекты. На нашей планете Земля гравитация — это то, что притягивает все вниз. Столкновение высвобождает энергию с треском. Стуком. Звоном. Когда материя падает в черную дыру, высвобождаемая энергия может достигать гигантских значений. Мы смотрим, как они действуют в других частях Вселенной. Мы наблюдаем, что вокруг них происходит. Что бывает, когда материя использует этот огромный гравитационный потенциал, крепкую гравитационную хватку, и как это способствует выработке энергии? Подобные энергетические выбросы – одно из свидетельств того, что у черных дыр, известных тем, что они большую часть времени остаются в тени, порой случаются энергетические извержения, которые и сделали Вселенную такой, какой мы ее знаем. Ученые идут по следу этой энергии, и она позволяет им приблизиться к сердцу черной дыры. Раньше астрономы считали черные дыры экзотической редкостью во Вселенной, где доминируют звезды и галактики. Из исследований галактик и черных дыр в существенно удаленных частях Вселенной стало ясно, что это не так. Гигантские черные дыры скрываются в пыли и газовых облаках в центрах практически всех крупных галактик. Более того, чем больше галактика, тем больше ее черная дыра. Это говорит о том, что галактика и черная дыра развивались параллельно, воздействуя друг на друга. Чтобы выяснить, какую роль черные дыры сыграли в эволюции Вселенной, астрономы решили воссоздать их отношения с помощью совершенно новой ветви науки. Они используют суперкомпьютеры, чтобы смоделировать историю космоса, в том числе галактик, подобных нашей. Эта модель возвращает нас во время, когда с момента рождения Вселенной прошло всего несколько сотен миллионов лет. Гравитация собирала облака газа в плотные сгустки. Они становились все жарче и жарче, пока не загорались, становясь звездами первого поколения. Жизнь этих звезд была жаркой и недолгой. Всего через несколько миллионов лет они взорвались, как сверхновые. Вероятно, из этих звезд образовалось первое поколение черных дыр. Космолог Тициана Ди Маттео участвует в проекте, изучающем следы первых черных дыр во Вселенной. Ее компьютерная программа показывает, как гравитация влияла на газовые облака, как формировались звезды, галактики и черные дыры. Ее цель — создать виртуальную Вселенную, которая развивается так же, как настоящая, где бок о бок появлялись и росли черные дыры и галактики. Наша галактика, Млечный Путь, находится в тихой части Вселенной. Вокруг нас относительно немного других галактик.
Если переместиться на 50 миллионов световых лет, мы встретим скопление в созвездии Девы, где находятся тысячи галактик. Последние данные с телескопов показали, что эта область — лишь часть более крупного образования, напоминающего гигантскую паутину. Чтобы виртуальная Вселенная выглядела так же, Тициане необходимо знать, какие космические условия привели к возникновению черных дыр и галактик. Это очень красивая задача. Мы отталкиваемся от четко определенных условий. Нам известно изначальное состояние Вселенной, что редко бывает в астрофизике, космологии, да и любой отрасли физики. Подробные данные о том, какой была Вселенная в самом начале, появились благодаря орбитальной обсерватории имени Уилкинсона. Была составлена карта интенсивности реликтового излучения, образовавшегося в результате Большого взрыва. Астрономы полагают, что в этой карте скрываются истоки паутины, которую они наблюдают в телескопы. Она и стала отправной точкой модели Тицианы. Кроме того, необходимо соблюдать все физические законы, чтобы из этой отправной точки в итоге получилась та Вселенная, которую мы видим сегодня. Тициана запускает виртуальную Вселенную. Она занимает пространство, ограниченное кубом, со стороной 100 миллионов световых лет. Результат — сложная космическая сеть, где гравитация собирает материю в нити и узлы гигантских размеров. В тех местах, где нити сливаются, начинают появляться галактики и черные дыры. Все это вещество позволит черной дыре расти. Облака газа, которые попадают в галактику, а оттуда в ее центр, подпитывают черные дыры, находящиеся в центре. И они растут с очень большой скоростью. В этой модели кружками обозначены возникающие черные дыры, соответствующие данным. Тициана выяснила, что по мере того, как эти черные дыры набирают массу, гравитация притягивает их к плотным областям, и некоторые из дыр становятся более крупными, чем остальные. Как эти избранные черные дыры так быстро растут? Космическая рентгеновская обсерватория Чандра недавно обнаружила в центрах далеких галактик то, что может дать ответ на этот вопрос. Эти снимки демонстрируют уникальное открытие. Пара реально существующих гигантских черных дыр, по мнению астрономов, начала танец смерти. В большинстве случаев они просто вращаются рядом друг с другом, как и планеты, вращающиеся вокруг Солнца. Это может продолжаться миллиарды лет. Чтобы стать больше, одна черная дыра должна притянуть другую настолько близко, чтобы поглотить ее. Альберт Эйнштейн показал, как они это делают. Он предсказал, что когда два массивных тела с ускорением движутся рядом друг с другом, пространство-время рядом с ними может искривляться. Напоминает камень, брошенный в воду. Часть энергии столкновения передается волнам, которые расходятся по поверхности от точки соприкосновения. Точно так же мощнейшее столкновение черных дыр породит волны, гравитационные волны, которые прокатятся по Вселенной. У вас есть два торнадо. Они сталкиваются, и вы хотите узнать, что с ними произойдет, если они будут состоять не из воздушных вихрей, а из вихрей искривленного пространства и времени. Эта модель показывает, что происходит, когда две черные дыры сближаются, они превращают пространство в бурное море гравитационных волн. Эти волны уносят энергию с орбиты. Это позволяет паре черных дыр притягивать друг друга и сливаться в одну.
Мы возвращаемся на полжизни Вселенной назад. Все эти черные дыры поглощают огромное количество газа. Это золотой век черных дыр, время образования большинства из них. Причиной является то, что в это время во Вселенной происходят крупнейшие слияния. Эта модель показывает, как похожая на нашу галактика могла обрести современный вид в серии слияний и столкновений. Сначала гравитация стягивает осколки звезд и газ. Более крупное скопление притягивает еще больше вещества. На самом деле во Вселенной очень много галактик, которые разрывают друг друга на части и сталкиваются. В хаосе каждого нового слияния очередная жертва оказывается в пасти растущей черной дыры. В самых богатых крупными объектами областях Вселенной небольшому количеству этих монстров удалось вырасти до таких гигантских размеров, что мы с трудом можем их себе представить. И все же в результате этого процесса Вселенная и даже Земля стали такими, какие они есть сегодня. Астрономы долго не могли определить происхождение ярких вспышек света из глубин космоса, называемых квазарами. Со временем они связали их с исходящей из центров галактик энергией и растущими черными дырами. Но как может то, что не излучает свет, так ярко сиять? 2 минуты. В попытке разгадать эту тайну, ученые собрались около космического центра имени Кеннеди во Флориде. 80 секунд. Приготовились? На ракете, стартующей неподалеку, находится космический зонд нового поколения. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пошел. Ноль. Взлет ракеты «Дельта» с гамма-телескопом на борту подтвержден. Космический гамма-телескоп «Ферми» является частью проекта, цель которого — определить роль черных дыр в формировании Вселенной. Пошел, пошел, пошел. Давай. Давай. Да. Прощай! Поймаем тебя с другой стороны. Сама мысль о том, что мы, стоя на этой планете, в нашей крошечной части галактики, имеем возможность оглянуться и сделать значимые измерения, в теории понять необъятную Вселенную, частью которой мы являемся, меня завораживает. Все человечество может по праву этим гордиться. Черные дыры, которые интересуют Стива Ритца, работающего в рамках проекта, и его коллег, одни из самых крупных. Считается, что энергия, которую они выделяют, образовалась в периоды быстрого роста, в неспокойные для галактик времена. Миллиарды лет назад, в тех областях Вселенной, где было много материи, гравитация притягивала галактики друг к другу и сталкивала их. В центре вырастала большая галактика, и когда на нее обрушивалась другая галактика, масса материи устремлялась в черную дыру, находившуюся в ее центре. Такая черная дыра могла вырасти до размеров в несколько миллиардов раз превышающих размеры нашего Солнца. Период быстрого роста, через который прошли черные дыры, особенно ранние, это событие редкое. Не везде во Вселенной, особенно когда она была еще молода, находились столь существенные запасы газа, которые могли поддержать быстрый рост черной дыры. Когда сверхмассивная черная звезда растет, она неизбежно выплескивает энергию в космос.
Подтверждение тому можно увидеть на этих снимках с телескопа. Это мощные струи энергии или джеты, выходящие из центра галактики и часто простирающиеся на десятки тысяч световых лет. Такие выбросы могут иметь огромное влияние и на свои галактики, и на более удаленные объекты. Исследуя скопление галактик в созвездии Персея, рентгеновская обсерватория Чандра обнаружила две огромные горячие полости в окружающем их газовом облаке. Причина их появления, как полагают ученые, струя радиации из гигантской центральной галактики. Вырвавшись на свободу, струя порождает мощную ударную волну, которая выталкивает огромное количество газа за пределы центральной области. Без этого газа не могут формироваться новые звезды. Это объясняет тот факт, что в крупнейших галактиках находится множество старых звезд, скорее всего, сформировавшихся до того, как их черные дыры начали извергаться. В то же время струя из черной дыры может снабжать прилегающие области тяжелыми элементами, необходимыми для формирования солнечных систем и планет, подобных нашим. Мы видим, как эти струи частиц уходят за пределы галактики, и они являются загадкой для нас. Ведь когда они направлены в нашу сторону, мы регистрируем мощные потоки гамма-излучения. Телескоп Ферми присоединился к растущему флоту космических обсерваторий, способных улавливать рентгеновское и гамма-излучение от этих струй. Это похоже на исследования, проводимые криминалистами, которые по пулям пытаются определить, из какого пистолета они были выпущены, где находился пистолет, каковы были свойства пороха и так далее. В нашем случае пистолет — это загадочная область искривленного пространства времени, черная дыра. Но что позволяет пистолету стрелять и создавать струи? Черная дыра обладает одним свойством. Когда она вращается вокруг своей оси, как наша Земля, она увлекает за собой пространство, как воздух в торнадо, все быстрее по мере приближения к ее горизонту, ведь воздух в торнадо тоже движется тем быстрее, чем он ближе к центру. В наш космический торнадо, черную дыру, газ и звезды затягивает по сходящейся к центру спирали. Это круговое движение генерирует магнитные поля, которые искривляются, когда материя попадает внутрь. Эти поля направляют часть поступающей материи в пару мощных струй излучения. Мы можем извлекать ее, вращательную энергию черной дыры. Вернее, природа может. И этой энергии гораздо больше, чем можно получить в процессе сжигания всего ядерного топлива в звездах. Уравнение Альберта Эйнштейна описывает источник этой невероятной энергии — искривление пространства на границе черной дыры. То, что мы можем узнать благодаря этим уравнениям, не ограничивается горизонтом событий. Они дают нам возможность в теории попасть внутрь черной дыры. Скорее всего, нам никогда не удастся проверить, как эти уравнения работают на практике. Будущий исследователь, жаждущий получить новые данные, испытает судьбу, приблизившись к черной дыре. Если этот монстр, эта сколлапсировавшая звезда, масса которой в несколько раз превышала солнечную, ее гравитация резко усилится. Нос корабля будет притягиваться настолько сильнее, чем хвост, что его разорвет на части. А вот в супермассивную черную дыру путешествие окажется более плавным. Это происходит именно благодаря ее гигантскому размеру.
Что вы обнаружите, если вам все-таки удастся попасть в самое загадочное место во Вселенной? Эндрю Гамильтон, профессор астрофизики, выясняет, что происходит с материей, попадающей в черную дыру. Используя уравнение Эйнштейна, он и другие ученые пришли к выводу, что падение в черную дыру похоже на движение по бурной реке через водопад. Подобно космическому обрыву, внешняя область черной дыры, горизонт событий, это то место, где в дыру устремляется само пространство. Что мы имеем в виду под космическим падением? Если поместить в космос два объекта, они будут определенным образом перемещаться. А если их поместить рядом с черной дырой, то, приблизившись к горизонту, они должны будут развить скорость света лишь только для того, чтобы остаться на месте. В противном случае они провалятся внутрь. Если черная дыра вращается, то в центральной ее части находится так называемый внутренний горизонт. В случае, описанном только уравнениями Эйнштейна, объект может вращаться так быстро, что его отбрасывает в сторону. Если внутри черной дыры ничего нет, помимо самой структуры пространства-времени, то нет никакого противоречия в том, что пространство падает в нее, разворачивается и снова выходит, потому что пространство нематериально. Оно вполне может проходить сквозь себя. Как река, которая срывается со скалы, ударяется о камни и снова устремляется вверх. Это странный мир общей теории относительности. Вы попадаете в место, где пространство падает быстрее, чем свет. Оно разворачивается и выталкивает вас наружу со сверхсветовой скоростью. Представьте себе космический корабль, отправляющийся в эту неразбериху. Если вы переживете вхождение в горизонт событий, то ваша скорость многократно увеличится. Вы будете плыть по течению. На горизонте достигнете скорости света. Вы все еще будете видеть внешний мир, даже оказавшись внутри горизонта, но вас никто не увидит, ведь пространство падает быстрее, чем свет. Чтобы понять, что происходит внутри, Гамильтон ввел уравнение Эйнштейна в проект, цель которого — создать модель внутреннего строения черной дыры. Так близко к черной дыре можно подобраться на космическом корабле, движимом исключительно математикой. Пройдя горизонт событий, мы приближаемся к центральной зоне. Затем нас выбрасывает в некий космический тоннель, называемый червоточиной. В конце этого тоннеля мы пересекаем так называемую белую дыру. Подобно героям научно-фантастического романа, мы оказываемся в другом месте и времени, возможно, в другой вселенной. Этот загадочный тоннель существует лишь в теории. В реальности он в таком хаосе не смог бы сформироваться. В тот момент, когда вы вводите в эту модель любое вещество, то, что проваливается в дыру, начинает сталкиваться с тем, что вырывается наружу. Это неистовый, хаотичный вихрь в глубине черной дыры. В случае с водопадом эта зона столкновений расположена в том месте, где вода ударяется о скалы и отскакивает навстречу падающему потоку. Здесь возникает хаос. Никакого порядка нет и в помине.
черной дыре, зона столкновения — это внутренний горизонт, где водоворот материи охватывает центральную зону. Это конец пути для космического корабля. Он моментально испаряется. Главное свойство области, примыкающей к внутреннему горизонту, заключается в том, что потоки энергии здесь проходят сквозь друг друга. И это происходит с очень большой скоростью. Эти противоположно направленные потоки материи начинают расти, а вместе с ними и сила притяжения, которая, в свою очередь, заставляет потоки нестись сквозь друг друга еще быстрее. В том мире, который мы знаем, энергия, высвобождаемая гравитацией, быстро рассеивается. Что бы ни упало, оно переходит в состояние покоя. Внутри черной дыры энергия не рассеивается. Вместо этого она накапливается, пока не доходит до состояния, называемого планковской плотностью. Чтобы понять, что это такое, представьте, что всю материю, которую мы видим в телескопы, все триллионы триллионов звезд во всех галактиках Вселенной сжали. До размера стеклянного шарика. Хотя нет, не останавливайтесь на этом. Сожмите ее до размеров атома. Это и будет планковская плотность. Такая плотность характерна для черной дыры. Это самое ужасное место в нашей Вселенной после Большого Взрыва. Температура в этом случае становится в триллион триллионов раз больше, чем в ядре нашего Солнца. Сложно себе представить, какой разрушительной силой будет обладать выброс этой энергии. К счастью, сильнейшая гравитация удерживает ее в пределах горизонта событий черной дыры. Несмотря на бушующие внутри нее силы, гигантская черная дыра в нашей галактике считается относительно тихой. Неужели она успокоилась? Или энергия искривленного пространства около ее горизонта событий каким-то образом сможет вырваться на свободу? Астрономы полагают, что самое страшное еще впереди. Галактика-туманность Андромеды расположена на расстоянии 2,5 миллионов световых лет от нашего Млечного Пути. Ученые рассчитали, что она движется в нашу сторону со скоростью более 322 тысяч километров в час. Ей понадобится около 5 миллиардов лет, чтобы добраться до нас. К этому времени наше Солнце состарится, раздуется до гигантских размеров и сожжет Землю. Но гораздо более масштабная галактическая катастрофа еще впереди. Модель столкновения Андромеды и Млечного Пути рисует наиболее вероятную последовательность событий. Сначала они приближаются друг к другу. Взаимное притяжение разрывает обе галактики. По мнению ученых, наша Солнечная система вполне вероятно окажется вдали от эпицентра столкновения. Когда галактики наконец успокоятся, две изголодавшиеся супермассивные черные дыры в их центрах начнут по спирали приближаться друг к другу. Из этого хаоса появится новая черная дыра еще больших размеров. Будем ли мы свидетелями ее рождения? Астрономы, строящие гипотезы о продолжении эволюции нашей галактики, задаются вопросом, останется ли материя и энергия в центральной черной дыре навечно? Или черная дыра, как все остальные космические тела, подвержена разрушительному воздействию времени? Мы
Мы живем в то время, когда большая часть энергии Вселенной производится звездами. Через триллионы лет все топливо звезд будет сожжено, и они погаснут. Самые крупные звезды устремятся к центрам галактик, где их проглотят сверхмассивные черные дыры. Вселенная начнет разрушаться, и наступит эра умирающих звезд и черных дыр, которая будет продолжаться очень долго. В далеком будущем звезды нашей Вселенной выгорят и превратятся в нейтронные звезды, белых карликов и черные дыры, которые начнут сливаться друг с другом, образуя более крупные черные дыры. Со временем большая часть вещества галактик провалится в эти черные дыры, и они станут последними бастионами Вселенной. Сколько они просуществуют? Ответ на этот вопрос может дать теория, предложенная космологом Стивеном Хокингом. Стивен Хокинг применил к черным дырам законы квантовой физики и предсказал, что они не будут черными. Они будут светиться тепловым излучением и достаточно ярко. А если они будут излучать тепловую энергию, она ведь должна откуда-то браться. Хокинг утверждал, что источником энергии станут крошечные частицы, появляющиеся из космического вакуума на границе с горизонтом событий. Некоторые из этих частиц потоками разлетятся прочь от черной дыры, забирая крошечную долю ее массы, подобно воде, испаряющейся с поверхности океана. Со временем это излучение будет набирать силу, и черная дыра начнет уменьшаться, пока, наконец, не взорвется. Когда погибнет последняя черная дыра, Вселенная, которую мы знаем, перестанет существовать. Как нам выяснить, верна ли эта теория об испарении черных дыр? Если в момент большого взрыва образовались черные дыры массой, скажем, с гору Эверест, они должны были бы к настоящему моменту взорваться, и астрономы ищут некий электромагнитный импульс, связанный с этим процессом. Пока ничего не нашли. Возможно, появились новые способы зарегистрировать испарение черной дыры. В струях или джетах, выходящих из черных дыр, частицы разгоняются почти до скорости света. Эти частицы или космические лучи врезаются в атмосферу Земли с выбросом энергии, достаточной для образования миниатюрных черных дыр. Эти мини-монстры моментально распадаются дождем частиц. Их очень сложно изучать. Почти готово. Излучение хорошее. Что если можно было бы устраивать достаточно мощные столкновения в земной лаборатории и создавать черные дыры в контролируемой среде? Если бы мы могли наблюдать за их исчезновением, это дало бы нам шанс предсказать будущее космических черных дыр. Начинаем подготовку. Мы надеемся, что, взяв два заряженных, очень быстро движущихся протона и столкнув их, можно получить достаточное количество энергии, сконцентрированное в достаточно маленьком пространстве, чтобы получить условия, при которых образуется черная дыра. Эти черные дыры будут очень маленькими, но очень горячими, и поэтому они мгновенно себя испарят. 1,2, 1,3, 10 к 9, все показатели в норме. Начинаем. Физики Брукхейвенской национальной лаборатории в штате Нью-Йорк используют сложную технологию. Выстреливают атомами золота в разных направлениях внутри гигантских тоннелей длиной 4 километра. Атомы разгоняют почти до скорости света. Когда они сталкиваются, появляется вспышка. Специальные датчики регистрируют выплеск субатомных частиц, раскаленную массу глюонов и кварков.
мы должны создать температуру, соответствующую 2 триллионам градусов Цельсия. Это в 100 тысяч раз больше, чем в центре Солнца. Это горячее, чем взрыв суперновой. Больше, чем на поверхности черной дыры, горячее нейтронной звезды. На самом деле мы полагаем, что нигде во Вселенной уже нет таких температур. Она была в течение 1 миллионной доли секунды после большого взрыва. Они как будто обращают время вспять. Мы оказываемся в том периоде, когда Вселенная была невероятно горячей и плотной. Кажется, что создание черной дыры потребует еще больше энергии. Больше, чем способен дать любой земной ускоритель. Если, конечно, наша Вселенная и гравитация не сложнее, чем мы думали. Эффективность инжекции неплохая. Орбита выглядит неплохо. Общая теория относительности Эйнштейна встречается в любом учебнике. И мы дали обет ее защищать, но было бы опрометчиво заявить о том, что это последнее слово в изучении гравитации. И, конечно, существуют альтернативные теории, и некоторые довольно популярны. Согласно этим нестандартным теориям гравитации, можно создать черную дыру, сталкивая субатомные частицы. Некоторые ученые полагают, что могут создать черную дыру с помощью более мощной системы, построенной в Европе, Большом адронном коллайдере. Вопрос в том, является ли наш мир частью более сложной космической реальности, выходящей за пределы 3 пространственных измерений и времени, действию которых мы подвержены в повседневной жизни. Если да, то мы будем напоминать насекомых, живущих на двухмерной поверхности пруда, не догадывающихся о существовании сложного подводного мира. Возможно, мы тоже живем на поверхности пруда, занимаемся своими делами, не осознавая, что под водой может, скажем, проплыть рыба и вызвать колебания воды, которые затронут и нас. Мы чувствуем, что это происходит, видим, как Вселенная вокруг нас меняется, оглядываемся в поисках причины, но не можем ее понять. Смысл в том, что одно из этих дополнительных измерений может оказаться незаметным на первый взгляд. 10, 12π. Есть. Когда быстро движущиеся частицы сталкиваются, по мнению некоторых ученых, дополнительную гравитацию, необходимую для создания микроскопической черной дыры, можно получить из дополнительного измерения. Ученые узнают о рождении черной дыры, когда увидят поток частиц, предсказанный теорией Хокинга. И на какое-то мгновение это позволит нам приоткрыть завесу над более глубокой космической реальностью. Сам факт того, что мы можем хотя бы одним глазом заглянуть в это таинственное царство, говорит о том, насколько продвинулись исследования черных дыр. Теории Эйнштейна показали, как черные дыры способны генерировать немыслимое количество энергии, как они заставляют Вселенную дрожать, искривляться и закручиваться в узлы. Главное открытие науки нашего времени заключается в признании того, что черные дыры вносят огромный вклад в эволюцию Вселенной. Если окажется, что срок их жизни все же ограничен, их смерть ознаменует конец нашей Вселенной. По некоторым оценкам, самые крупные черные дыры просуществуют Google, то есть 10 в сотой степени лет, плюс-минус сотня нулей. Это непостижимо долгий промежуток времени, но он гораздо короче вечности. Вполне возможно, обратный отсчет для нашей Вселенной уже начался, а закончится он, когда взорвется последняя черная дыра. На русский язык фильм озвучен кинокомпанией «Селена Интернешнл» по заказу телеагентства